Да. А смотри, тут еще одно. А, тут туалет. Я пойду посру. Мое любимое занятие. На тебе, есть все-таки скибиди туалет вылез. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение, Сережка, поздравайте. Приветики, омлетики. Давно у нас не было хоррор-карты, это новейшая карта, называется Рената Хоррор. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение страшной карты. Погнали. Ой, музычка началась какая-то стрёмная. Кактус. Кактус. А это не с рофлами случайно хоррор будет у нас? Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. О, ты слышишь, кто-то тут поет что-то? Горилла. Что это за бред? Это карта по-любому с рофлами. Ну, у карты 5 звездочек. Надеюсь, вам понравится, ребята. А ты видел, какая здесь луна эпическая? Плоская просто. Это RTX. Да, по-любому, это ж нанотехнологии. Так, что здесь у нас написано? Days only. Какие-то песни он поет. Я сказал days, только days. Я знаю, что ты читаешь это... По-любому мы все читаем, потому что интересно посмотреть. Ого, здесь оружие. Ёкала-мнекала! У тебя тоже этот крик стоит на всю карту? Да. А может нам только этого мочить надо? Так, есть. Осталось немножко, ребята. Вот это крики стоят. Ай, блин, это жизнь. Я люблю такие карты, на самом деле. Мне нравится. Написано, что очень страшная карта. Надо валить отсюда, Серега. Ё-моё! Что это сейчас было? Я обосрался, Дим. Давай, Серега. А может, на это и расчет, что мы после той комнаты должны всраться? О, кнопка. Что она делает? О, вот, не знаю. Дима, что о, это? Калитка появилась. О, какие-то следы стиралка. Здесь были. А что-то похожее мы не проходили случайно? Не. О, шкаф. О, стул. Серёг, ты так удивляешься? О, тумбочка. О, мебель, Дима. Так, смотри, закрыто. Сюда можно пойти. Здесь вентиляция есть. Давай еще раз здесь пройдем. Аниме бубис. Так, я помню, была карта, где мы не могли дойти до края туннеля. Помнишь, такое было? Не, ну мы доходим. Да, вот тут такая фишка. Что это? Ё-моё, пошло! Надо перепрыгивать. Это... Жизни тратятся! Это босс, это из ультракилла, Тим. Джанджмен, мочи его. Аптечки. Оно цепляет, когда в углу стоит? А, убивает все равно. И что, и долго их мочить? Да. Есть. Фух, слава богу. Я думал, мы уже соли. Ну да, озвучка, конечно, на высоте. Я не... Что это сейчас было, блин, ребята? Карта, конечно, вообще эпическая. Блин, ничего не понятно, но очень интересно. Ух ты. А, так это с мультика, да. Шалтай-болтай, с мультика «Кот в сапогах». Блин, вот это он здесь налепился. Смотри, что делается! Ё-моё, это надо было, Дима, Серега, видеть. Дима, о, здесь спокойно. Смотри. О, Дима, тут что-то есть. Серега, это не тот разработчик, где мы со скелетами играли карта? Возможно, он. Кстати, очень как... похоже по стилистике. И кактусы здесь везде есть. Дима, смотри, вот тут дверь. Я открыл. О, так ты ее не открыл, ты ее поломал. Тут пенис. Да что за карта? О, я взял его. А надо было? Блин, это жесть! Блин, я люблю такие хорроры. Мне как-то удовольствие приносит такое проходить. Дима, мне кажется, сюда надо его... А мне кажется, вентиляцию надо идти. А ты смотри, по форме не? Не, не подходит. О, так подошло. О, Серега, тут могила выкоп. О, ключик. Я взял ключ. Не, его не взял. А, взял, да. То кирпичи уже летят. А что тут написано на надгробье? Ну, почитай. Здесь лежит
Матвей Холод. Я не буду там читать, там внизу, да, написано что-то нехорошее. Мы это читать вслух не будем. Так, ну что, давай сюда тогда. По-любому нам сюда надо. А вот дверь открылась с ним. Ага, ну идем тогда сюда. Блин, она запутанная, ничего не понятно. О, а там что? А мы туда не можем, да, попасть? Не можем. А ну, а, мне снимать пистолета. Погоди-ка, так. Может кирпич мне принести надо? Ты думаешь, кирпичом разбить надо? Давай, я принесу кирпич. Давай. От вентиляции пока лезь. Что-то я очкуюсь сам туда лезть. Ну давай, раз ты настаиваешь. А блин, диван вонючий. А я могу диван подвинуть? О, диван можно двигать. Круто сделано. Так, ребята, интересно, что меня там в конце сейчас ждет? Блин, ну карта, конечно, троллит жестко нас на самом деле. Дверь закрыта! Вы меня обманули! Одурачили, обманули дурака на 4 кулака. Ну ты тпхайте ко мне. О, Дима, я сломал. Я иду туда. Я помню, где это. Так, бегу со всей... О! Да, разбилась, вижу. Давай, погнали. Ну что, побежали. Ого, я еще так быстро в Гаррисфорде никогда не бегал. Майнкрафтеры какие-то выкопали лестницу в шахту. О, это что, сейчас гонки будут у нас? О, давай тут наберем всего. А это аптечки? Не, ну да. Давай, Дим, садись. Готов? Да, поехали. Форсаж 11. Отлично. Ого, меня заносит. Музычка пошла. Вот это мне уже нравится. Тихо-тихо, меня занесло. Я за тобой. Это нормале. А Серега, это точно хоррор? Это упоротый хоррор. Это реально какой-то упоротый. Ой, бочка, я думал, она взорвется. Тебе тоже надо заносить немножечко? Это когда шифтуешь. Да, лучше не шифтовать. Только по прямой, в принципе, если перепрыгнуть хочется. Ай-яй-яй-яй-яй. Сразу заносит мгновенно просто. О, мы куда-то подъезжаем. Дверь открылась. Ой, тут темно так. А ну-ка проверим, тут откроется. Да, здесь тоже открывается. О, тут уже можно вывалиться случайно. Серега, я тебя жду. Будем вместе ехать. Тихо, аккуратно, осторожненько. Хорошо, что бочки не взрываются, уже птачки б не было. Чисто перегонки можно прикольно. Ну, Серега, ну мы же в одной команде вроде бы. А так, что тут делать? А тут уже все, спешиваемся, да? Бежим. А, нет. На машинах надо проехать? Да. Хорошо, едем. А, да, можно проехать. А как тут? И! Тихо, машина. Так, продолжаем. Блин, ну управляется машина как кусок дерьма какого-то. Так, я правильно еду? Ого, ты уже уехал от меня, да, далеко. Да. Я стою, да. Лупашин с шифтом. Куда мы едем с тобой? Непонятно. Кстати, карта весит 300 мегабайт. Как для хоррора, это реально много. Едем с тобой в соседнее село. На дискотеку. Да точно. На поворотах лучше не шифтовать. А да, я заметил, вообще управление 0,0. Так оно дрифтит, знаешь, как это... Underground. Прощай, Сережечка. Да я не хотел, я специально. Ой. О, там значки какие-то стоят, таблички. Давайте их сбивать будем все. На. Ого. А вот теперь мы, Серега, опять в хоррор заехали. Все, выходим здесь, то уже 100%. А ну, отгони машину, может, двери будут, чтобы открываться. Ого, калитки тут. Неплохо. Где мы оказались с тобой? В замке. Сейчас, блин, один босс, мне кажется, так все поменялось, вообще жесть. Castle of Rings. Кринж. А я Rings читаю. Музыка не обсуждает. Ух ты! О, Дима, скриди туалет. Смотри. Дима. Иду. О, прикольно. Ну тут не скибиди туалет, а просто как ванная комната, типа. Музычка мне нравится. Так, что у нас тут, а? Вата. Кнопка, вода. Ничего, пусто. Нифига.
А это? Холодильник ты можешь пожрать. О, пошли. Давай иди. Ты. Нет, иди ты. Ладно. Я думал, что сейчас какой-то пропала. Будет подпись, я хочу, чтобы тебя подписала. Музыка пропала. О. Не, уже что-то похоже, да, на хоррор. О, двери спуки джампскер. Я был прав. Спуки джампскер, Дима. А, я помню, играл в эту игру в Дискорде. Ребята, заходите в наш Дискорд, пообщаемся. Ссылочка в описании. Сейчас какая-то крокозябра, брат. Так. Сейчас что-то по-любому будет. Так, здесь у нас еще дверь есть. Так, закрыто. Закрыто, да? Да, локет написано. Ё-моё! Твоя очередь, Ларис. Да-да-да, сейчас что-то будет. Так, пока мне все спокойно у нас. Ух ты, ё-моё! Ай, блин! Так что здесь, слава богу, все хорошо. Серега, я понимаю, что это весело, да? Издеваться над людьми. Да. Опа, а там что-то в конце есть. Ого, он длинный. Ну, давайте с бенни-хопом будем. Там фонарик лежит, Дима. А нам надо его брать? Взять, наверное. Его, не, наверное, он просто можно. Мигает. Да. Ой, я слышу какие-то звуки. Ты бежишь? О, да. Нет, это с этой игры как раз такие звуки, Дима. Сейчас какая-то крокозябра, мне кажется, выскочит. А мы так долго, интересно, будем бежать? А, все, уже конец. Ой, все, звук пропал. Вода, так, ватер, а что связано все с водой, непонятно. А вот бутылка стоит, я, кажется, знаю, что надо делать, смотри. Ага, давай. Опа. Все. О, сработало. Что за звуки все, у нас обратно пошли? Обратно возвращаемся, походу. Ты думаешь? Ну да, а что еще остается нам здесь? Побежали. Ух ты! А! Серега, беги! Вот это жизнь! Серега, хорошо, что я не побежал первый, он бы меня убивал бы тоже. Вот я это бегу. Оно кричит. Я бегу от него. Кстати, оно легко от него убегать, потому что даже бы не хопить не надо. Тупо наравне с нами бежит. Звук такой появился. Ну, нафиг, я двери закрываю. Так я сейчас должен выйти. Че, он за тобой? Он за тобой! И куда он поехал? Я убежал от него, кажись. Какой-то звук сигнализации, Дима. Да, есть такое. Так, закрыто до сих пор. Не, не сюда, видимо. Мы пропустили комнату с водой. Сейчас найдем. Ребята, вы же помните, что все карты, которые мы играем, конечно, они все проходятся. Это тоже не исключение. Закрыто, закрыто. Тоже, я, да, закрыл. Локет пишет у тебя? Да, значит, нам сюда надо бежать. Обежали. Если сейчас скример вылезет, я обосрусь. А, тут головой мы бьемся, особо не разгонишься. Опа. На подкрадуличках музыка. О, вода опять. Погнали с водой, Дима. Пошли. Ее, видимо, что-то надо. 2020. А сюда нельзя никак ее поломать, эти штуки? Не, вот смотри. Ой, блин. Засунь воду сюда, пишет. Давай. Бутылка криво. О. О, калитка открылась. О, Дима, ключ. О, как? Тут дверь, наверное, открыта. Ну, ё-моё! Потому что громко. Значит, тут дверь, тебе написано локоть, туда, да, идем? С кактусом. О, ну, идем с кактусом, кактус. Идем. Помоги нам. Не, ничего я не могу сделать. С черепом. А ну, может, так сюда давай? О, тут ничего нет. Да что вы орете? Кактус, Дима. О, тут что-то нарисовано, как ключ какой-то. Ключей тут много лежит. А, их брать нельзя. А тут что у нас? А это? Что за этой дверью? Может, это сейф открыл? А, какая же это сейф? Ну ладно, нам сюда может, не надо. Кактус? Может, кактус туда надо? Да не, навряд. Да что ты орешь, а? Да не, Серега, ты, наверное, просто нет. Как декорация. Громкая декорация, Дим. Нам, видимо, сюда еще один босс. Жизнь можно пополнить. Босс файт. Так, не зря. Ай, горит Джо. Серега, я не зашел в комнату. Я буду с тобой. О, музычка пошла с Спанч Боба. А жопа должна гореть, да, вот так вот? А, мы сгорим, так. Мочу. Перезаряжайся, жопа. Одному было бы сложно, ребята, пройти. Просто нереально сложно.
А, патроны! Последняя! Есть! Бежим! Да бегу, бегу! Дверь, быстрей! Фух, слава богу, боже, здесь такие комнаты стрёмные. Кстати, у меня жизни не так уж и много вынесло, 64 осталось. Ё-моё! Мы ещё летим куда-то. О, тут такая музычка сразу звук появился. Ай. Ой, извиняюсь. А ну, Серёга, постреляй туда. Не, надо Е нажать, наверное, на неё. А ну. О, да. Открылась. Пойдёт. Кстати, карта очень длинная. Ой, вообще классно сделано. Так все необычно, и очень сильно меняется вообще сюжет. Просто кардинально. От смеха к хоррору. Дима, это еще одна локация со Spooky Jumpscares Mansion. Да, это она и есть. Гопник тут. Да, я видел, да. Так, дверь тут заедает. Кишки и жопы там. Ключ. Я взял ключ. Ключ? Да. А смотри, тут еще одна. А, тут туалет. Я пойду посру. Мое любимое занятие. На тебе, есть все-таки скибиди туалет вылез. Я потанцевал немножко. Так, ну раз у нас ключ есть, куда нам надо его нести? Надо туда нести. Я так и знал, что тут есть скибидисты. Так, сюда нам точно не надо. Не-не-не, обратно возвращайся. Да, я просто, знаешь, на всякий случай все проверяю. Так, бэктрекинг. Я люблю, когда такое сделано на картах, чтобы ее затянуть. Ну, автор карты молодец, большой. Ну, запарился. И гонки, и стрельбища, и хорроры, нет, и скримеры. Все налепил сюда в одну карту. Кстати, у этой карты 5 звездочек. Не зря столько ей выпанули. И самое главное, она смешная. Да, есть на чем поугарать. Налево, 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 налево. Иди. А, не можешь, понял. Я уже боюсь, потому что какие-то скримеры стрёмные постоянно вылазят. На весь экран. Так, давай. Правильно я иду? Да. Мы она закрыта. Ну да. Унитазоголовый, блин. Так, мне кажется, сейчас что-то будет. Вот сейчас какие-то будут скримаки. Ах ты, блин! Я знал этого разработчика! Ох, он жопа, да. Черная крыса при том была. Жирная. Жиробасина. На колбасу пустим. Так, вот сейчас, мне кажется, еще что-то будет. Ждем. Вентиляция, провалишься, Дима, от своего веса. Так. Давай. Опа. Так, давай здесь проверим. Опа. Закрыто. Открыто тут. Все, пошли. Опа, свет пропал. Что за звук? А света выйдет? Выйди, да. Света так, нет, сюда пройдем. Так, закрыто. Вот сейчас в этом коридоре что-то будет. Это электронные двери, Дим, надо свет, кажись, нам включить. Блин, длиннющая карта. Интересная. Ну, 5 звезд не зря у нее. Так, ну я думаю, кто там точно ломает? Открыть нельзя. Какие-то звуки там, как будто радио плохо ловит. Терминатор. Так, вот сюда, мне кажется, налево. А, да, открылось. Это Абунга, Дима. Абунга сбежала. Серьезно? Да. Все, электричество удалось? Да, вроде как включилось. Да, дверь. О, ништяк. Бежим. Так. А, теперь нам вот сюда. Там дверь же была закрыта электронная. Угу. Вот она. Давай. Подъем. Stay away. Уйди, поди прочь. Беги, Дим. А бегу. О, что на сине написано, прочитай. Это место такое сильное. Оно не работает ни хрена. О, ключ. Или что это? А, записка. Записочка. Сзади дверь с механизмом и кнопкой. Нажмите и активируйте самоуничтожение. Это место не такое хорошее. Уничтожьте его. Вся энергия — это выход. Короче, понятно. Надо нам эту дверь открыть и запустить протокол самоуничтожения. Так, ну тогда нажимаем. Давай. Есть. Все, бежим. Ты думаешь? Так вы... Походу. А, закрыто. А, вот, открыто. Серега. Беги. 5 минут 30 секунд, да. О, музыка с Pizza Tower. Ништяк. Мне нравится, да, эта игра, я так понял? Да. Беги. Да бегу. Я правильно бегу, надеюсь? Да.
Офигеть, тут надо именно скорость такую применять? Да, это как в Pizza Tower, короче говоря. О, ништяк, свалили. И давай, что, нам теперь на тачках надо уезжать? Да, давай, офигеть, давай, вот этого намудрил здесь. Газуем на всю. Газуем. А где отчет времени, ты его видишь? Вот, он у нас был, сейчас нет. Но... Значит, он идет. Да. Серега, ты меня под колеса бросаешь, столы. Так ты подрезал меня. Тихо, тихо, не мешаем друг другу. Кто быстрее вы... Что творится? Нормально. Ого. Это уже взрывы пошли? Да, да, да. Валим, ребята, со всей силы. Я думаю, мы успеем за 5 минут свалить. А ё-моё, не могу. Да рулюется ж машина, как кусок дерьмища. А ты не шифтуй. А сейчас шифтуй. А хотя нет, уже не шифтуй. Тихо, тихо, тихо. И туда. О, я тпхнулся куда-то. А, значит, меня правильно тпхнул, я первый упал. Все, я, ладно, я еду туда дальше. Нет, это музыка с Pizza Tower, Дим. Pizza это хорошо. Да. Да, все правильно еду, мы отсюда же начинали. Я уже запутался немножко. Так, сохраняем. Знаешь, это нам надо на самое начало уровня вернуться. Мы вернемся. За 5 минут, если не успеем, нам капут будет. 3 минуты. Блин, да тут раскидана эта вся балабака. Ну один из нас, хоть кто-то точно должен приехать первый. Я, наверное, приеду, я не знаю. Есть, есть, запрыгнул. Так, я приехал на то место уже. Ништяк, ништяк. Бежу со всей силы. Так, я помню эту лестницу вниз. Теперь она наверх у нас. Кирпич. Да успеем. Я доехал до машин, Дима. Да, я уже тут бегу внутри. Ага, по стрелочкам нарисовано, куда бежать. Блин. А, лестница большая. Я бегу, Дим. Я тоже бегу со всей силы. Все. Все, мы прошли. А, разломать надо? Не. Есть, есть. Две минуты, две минуты. Так, сюда? Да, вроде бы сюда. Две минуты, Дима. А раз, мы успеваем. Музыка замедляется. Это... Ё-моё, не туда. Я а ты прилетел. Я с луны выпрыгнул. А нифига себе. А, я, наверное, тоже, значит, с луны выпрыгнул. О, этот звук еще был как будто взрыва. Давай, давай, давай. Оп, оп. Я успеваю. Так, ништяк. О, мне ты пыхнуло куда-то. Дима, взрывается. Да, я вижу, я слышу. Я в дурке, Дима. Да я сзади тебя прям бегу, ты чё? Ну давай. Жирный пролазит. И, блин, стрёмно, ребята. А мы тут не были. А потом оказывается, что мы в дурдоме, это нам всё привиделось. Может такое быть? Походу, это беды с башкой, Дима, у нас с тобой. Надо лечиться. Скорую вызывает. Минуту. А мы успеем. Давай, 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 давай. Ну, дверь. По сюда. Лестнице направо, Дима. Дима, ты не успел. Успел. Все, мы на лифте поднимаемся. Ребята, мы смогли. Надеюсь, что это конец. Бежим, бежим, бежим. А бегу, мы не хоплю на все, со всей силы. СДК. Может кнопку нажать? Все, мы прошли. Да, The End! У меня написано. У тебя написано The End? Да, да. Танцуют все! Тоже, ребята, возьму танец. Дима, тут есть... А вот как я танцую. А ты посмотри, тут это огромное спасибо тебе. Если вам понравилась эта серия и эта карта хоррор, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока! Уничтожили.